Данный проект представляет собой предложение пожилой застройки с реконструкцией памятников архитектуры и художественным воссозданием городской исторической среды в одном из старейших кварталов Желябовского комплекса в границах улиц Желябова, Декабрьских событий, Халтурина, Каландарашвили. Общая площадь застройки составляет 20 513 квадратных метров. Историческая среда Иркутска постепенно разрушается. С 2004 по 2011 годы свыше 300 объектов культурного наследия были выведены из-под охраны государства и уничтожены. Регулярно устраиваются поджоги деревянных домов. Под действием влаги разрушаются фундаменты. С установкой пластиковых окон исчезают наличники. Фасады утрачивают художественную ценность. Данный проект представляет собой предложение пожилой застройки с реконструкцией памятников архитектуры и художественным воссозданием городской исторической среды в одном из старейших кварталов Желябовского комплекса в границах улиц Желябова, Декабрьских событий, Халтурина, Каландарашвили. Мы предлагаем комплексный подход к развитию Желябовского комплекса на базе рационального соотношения, воссоздания и модернизации существующей жилой исторической застройки со включением новых архитектурных объектов в комплекс ансамбля, поскольку некогда целостная территория в настоящий момент представляет периметральную квартальную застройку из ветхих деревянных домов с захламленными пустырями внутри квартала в самом центре города. Проектом предусматривается решение трех вопросов. Новое жилье – 9130 квадратных метров. В том числе комплекс малоэтажных домов повышенной комфортности – 10-15 квартир «Таунхаус». И объекты соцкульбыта – 3760 квадратных метров. Решение проблемы транспорта. Подземные автостоянки и гаражи на 256 автомобилей. Сохранение и возрождение исторической застройки. Реконструкция памятников архитектуры деревянного зодчества 4850 квадратных метров. Максимальное использование и сохранение исторической застройки. Реконструкция и ремонт существующих исторических зданий. Возрождение и наполнение традиционных форм современными технологиями и функциями. Декоративное использование фрагментов, деталей фактур и материалов утраченных зданий. Строительство, реконструкция и воссоздание в исторической среде города предусматривает три вертикальных уровня. Подземный для автостоянок, наземный транспортный, пешеходно-исторический. Современная высотная застройка проектируется с нейтральным зеркальным фоном, чтобы не выделяться на фоне исторической среды. Малоэтажная современная застройка стилизуется под старину, а историческая часть восстанавливается на своих местах в первоначальном внешнем виде
с внутренней перестройкой для адаптации к современным требованиям и оснащения зданий необходимыми инженерными коммуникациями.